Всем здравствуйте! Новость о том, что Евгений Петросян стал отцом в третий раз, удивила всех. Естественно, к супругам начали возникать пикантные вопросы. И вот сегодня известный врач Заплавного рассказала, как сатирик в своем преклонном возрасте стал отцом. Для здорового мужчины не составит проблем стать отцом в 78 лет. Такое заявление сделала терапевт Кристина Заплавного. Эксперт пояснила, что для этого нужно вести активный образ жизни и испытывать влечение к женщине. Мужчина даже в возрасте 78 лет способен стать отцом, способен на все, способен на влечение к женщине. Особенно если ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и состоянием здоровья, отметила она. Кроме того, медик предположила, что супруги могли прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения, если биоматериал юмориста был предварительно заморожен. Напомним, что Петросян с Брухуновой сообщили о том, что вновь стали родителями 13 марта, а беременность держали в тайне не только от поклонников, но и от близких людей. Однако, они до сих пор не раскрыли имя новорожденной дочери. Их первенец Ваган тоже появился в тайне во время пандемии, и живот Татьяны тогда аналогично никто не замечал, даже коллеги Евгения Вагановича. Сам Петросян опроверг слухи, что его вторая дочь появилась на свет благодаря суррогатной матери. Он заявил, что такие слухи распускают завистники. «Будем надеяться, что совсем скоро знаменитые супруги озвучат имя малышки. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!»